Парикмахер ТВ. Это видео представлено учебным центром КВОТа, город Санкт-Петербург. Давайте. Разделяем низкий радиальный пробор от точки макушки к сосцевидным отросткам. Левую височно-боковую секцию отделяем от внешней стороны лобной впадины до радиального пробора. Правую височно-боковую секцию от центра лобной впадины к радиальному пробору, тем самым задавая асимметрию в разделении фронтальной зоны. Простригаем затылочную секцию в технике линии. От профильного пробора отделяем диагональ вперед. Контролируя линию, задаем контрольную прядь. Простригаем левую сторону прядь в прядь, постоянно контролируя натяжение расческой и пальцем. С правой стороны стрижем зеркально, контролируя баланс с левой частью. Не забываем о контроле натяжения. На затылочной секции параллельно профильному пробору отбираем контрольную прядь и задаем плоский слой. Параллельными диагоналями, перенаправляя к предыдущей пряди, простригаем затылочную зону, создавая плоский слой в квадратной форме. С правой стороны затылочной зоны меняем положение захвата пряди, отбирая диагоналями вперед, перенаправляя к предыдущей пряди, простригаем плоский слой. Перечесываем пряди, контролируя точность среза и натяжение. На височно-боковой секции отбираем прядь диагональю вперед и соединяем ее с затылочной зоной. Оттягиваем прядь перпендикулярно росту, простригаем параллельно линии отбора, постепенно создавая удлинение на лицо. Диагоналями вперед, перенаправляя к предыдущей пряди, простригаем затылочно-боковую секцию. Противоположную височно-боковую секцию простригаем аналогично. Контролируем баланс угла среза и длины височно-боковых секций.
Фронтальную секцию разделяем профильным пробором симметрично пополам. Параллельно радиальному пробору отбираем прядь и с визуальной градуировкой, ориентируясь на ранее отстриженную прядь затылочной секции, простригаем контрольную прядь. Все последующие пряди стрижем, перенаправляя к первой контрольной пряди, задавая удлинение на лицо. Контролируем натяжение и подъем пряди. Противоположную сторону стрижем аналогично, отделяя пряди параллельно радиальному пробору, перенаправляя от лица к ранее простриженной контрольной пряди затылочной зоны и под заданным углом простригаем. В фронтальной секции параллельно профильному пробору отбираем прядь, простригаем плоский слой, визуально задавая длину. Отбираем пряди параллельно профильному пробору, подтягивая все к первой контрольной, создаем плоские слои во внутренней форме. Сушим волосы феном, создавая естественный прикорневой объем. В дальнейшем шлифуем волосы щеткой, задавая направление асимметрии.
Парикмахер ТВ.